Здесь на канале Гина находимся. Нет, то есть мы на канале Гина, да? Вот с вами опять я, Алина. Я уже тут с собаками играю. Как в прошлом видео мы победили свою корову. А в этом мы посмотрим, что будем делать. Сейчас узнаем. Так. Вот наша Гина. Получается, вот она, Джин. Ну, сегодня мы, в общем, отправимся в поиск этого робо-дога. Сейчас я вам покажу. Вот такого робо-собака. Здоровье 7000, сила 60 и скорость 800. Эпический босс. Расположение фабрика. Ну что, погнали, мы сейчас на него сходим. Вот, сейчас телепортируюсь. Ну вот, телепортируюсь. Вот она, робособака. Посмотрим на нее, какой же у нее большой, она со мной размером. Вот у меня такой рободок. Посмотрим, как он выглядит. Красавчик. Ой, посмотрим, собаки-то за мной идут. А, пусть они. Все равно же мы его не будем убивать. Заглянем. Ух ты. Смотрите, какой огромный. Смотрите. Он даже меня больше. Ну давай, давай. Ну, прямо. Кто его боится? Знаете что? Напишите в комментариях, только честно. А кто испугался, тогда, пожалуйста, подпишитесь на канал. Вы же не виновата. Ну, так ниже правила. Не сядет. Потому что он такой сильный. Ну вот это вот. Это охотник, посмотрим, как у него, какой размер. Охотник. Побежали. Вот он. Ух. Вот он. Вот эти. А что, собаки во мне не идут? Вот эти он стреляет. Сейчас угна. Вот он. Да опять то же самое произошло. Она не у нас. Да все. Рободоки у нас, оказывается, слабые. Так. Ставьте лайк, кто любит собачек, овчарок. А ставьте лайк, ну, обычных пород. А кто любит рободогов, ставьте лайк за рободогов. Ну, подпишитесь на канал Гина и пока-пока. Мы сейчас попытались победить босса рободога, но у нас ничего не вышло, потому что у него 7000 здоровья. Это когда мы уже подрастем, вот будем побеждать его, хорошо? Ну, если видео понравилось, как всегда, говорю, ставьте лайк и так далее. Пока-пока.